Стюс. Выпить. Играют «Газпром Энергохолдинг» и «Мост Энергосбыт». ГЭХ в белых майках, МЭС в желтых. И те, и другие сегодня уже играли. У «Мост Энергосбыта» победа над Московским банком 1-0. ГЭХ сыграл в ничью с «Меридиан Энерго» 1-1. Хотя мог, конечно, побороться за победу. Немного совсем «Газпром Энергохолдингу» не хватило, чтобы 3 очка вынести из этого матча. Все меньше игр остается до завершения нашего первого стартового тура. ГЭХ еще предстоит встречаться со спецсвязью. Так что сегодня напряженный день «Газпром Энергохолдинга». Нужно набирать очки и постараться еще силы сохранить на третью игру. «Газпром Энергохолдинг» очень спокойно переходит через центр. Ну, типа, чтобы нормально. Спокойно и в том смысле, что не встречает сопротивления, и в том смысле, что очень неспешно, неторопливо. Хороший контроль мяча – это не только заслуга «Газпром Энергохолдинга». Здесь нужно вспомнить, что МЭС вообще играет в контратакующий футбол. Мы то же самое видели и в матче с Московским банком. Мы прекрасно помним, чем закончился вот этот вот суперконтроль мяча от банкиров. Закончился тем, что они пропустили, сами не забили. И в итоге 0 очков из того матча набрал Московский банк. Отличный финт от семерки МЭС. Блин, тоже хочу в Европу съездить, но у меня... Против Славы хочешь, да? Не хочешь. Евротурочку строить. Эх, была у меня одна словачка. Скажу я тебе. И чешка одна была тоже весьма. Так что езжай туда. Там очень хорошо. Было бы только времени. Меня Питер зовут. Просто приезжаем в себя эти билеты. Потом тогда снизить ты уже куда поедешь. Надо ловить момент и блин. Зовут в Питер, езжай в Питер, зовут в Чертаново, езжай в Чертаново. No limit. Чисто в Чертаново. Право на штрафное получает МОСТ Энергосбыт. Под удар поставили, здесь просто то ли рикошет такой получился, то ли вратарь не видел, куда мяч летит. В общем, МОСТ Энергосбыт выходит вперед. Я когда там первый раз был, на самом деле, из домов просто деревья, это было вообще. Там есть, короче, много круглого. И с этого полукруглого дома, ну, в общем, на подоконниках деревья, в общем, разные там мох, трава. Вроде такой продвинутый город, там все, инновации, здания, все крутые. Какие, блядь, Чертаново, такой новый дом. Не дом, а дерево. Галактионов пытается дернуть защитника, проверяет, можно ли потом обыграть один в один. Чисто,
блядь, люди, понял? На ветку вышел, повесил футболку. Фролов. Будьте заняты. Далее! Фролов здорово разобрался с защитником и вратарем 1-1. Но для Сбербанка пример того, как можно к контролю мяча добавлять интересные индивидуальные действия. Номер вот это Памша, а еще один есть Сокоров. Вот. Выпал щиток у одного из игроков. Сейчас нужно поскорее убрать, чтобы на нем никто не поскользнулся. Отличный пас в атаку. Удар, но там защитник прикрывал ворота. На то и защитник. Сам пойдет. Угол. Теперь уже все больше «Газпром Энергохолдинг» свободных зон оставляет для соперника, поэтому появляется контроль мяча у «Мосэнергосбыта». Две минуты до перерыва. Пока очень бодрая, очень разноплановая игра. Аут белым. Заигрывается Фролов сейчас, но против него нарушают правила. Василов. Еще одно падение, но на него никак судьи не реагируют. Здесь свободный удар. Леша играл. Один из футболистов ГЭХ. Очередной подбор в центре. Давай.
Конец первого тайма 1-1. Второй тайм встречи Мосэнергосбыта и Газпромэнергохолдинга. 1-1 у нас счет. Очень бодрая, интересная игра. В начале тайма Газпромэнергохолдинг всецело инициативу захватил, ближе к концовке Мосэнергосбыт давил и действовал активнее. Так что, что будет дальше, вопрос открытый. Не проводи, Дема, не проводи! Блядь, не проводи, Дем! Пойдет, пойдет, Денек, пойдет, здорово! Фрол, страхуй, фрол, страхуй! Идем, идем! Еще один удар, но прямо по центру мяч шел. Новоселов очень активен в прессинге. Можно? Главой Мосэнергосбыта. Меридиан Энерго Фашук, да? Мяч пересек линию. Возвращать его в игру будет Гех. Пролов с Новоселовым. Снова потеря. Потерь. Пролов бьет. Вот это потеря и выход 1-1. Теперь все зависит от вратаря. Но не усилиями вратаря, а виной нападающего. Его неправильными действиями в итоге не состоялось взятие ворот. Что меня на самом деле заинтересовал? Что там? А что за билеты куда? Наверху. Обратно, вот это неплохо. Паша! Я за столько домой летаю. Ты в Чехию бери, я тебе говорю, в Прагу слетай. Ох. Лучше в Амстердам. Нет. Ну, правда, в Амстердаме я не был. А все. Пиво тоже шикарно. Вейкера. Женщины. Стоять!
Борьба за мяч на фланге, на ближнем к нам. Ну, подуспокоилась игра. Видно, что подустали в том числе и футболисты Мостэнергосбыта, которые в первом тайме были явно поактивнее и посвежее. Длинная скамейка дает о себе знать. Делай, пожалуйста, твой дняшник. Нет, он будет второй дняшник. Оставить тот! Да, близко! Он за 1750 хочешь в Италию? Фиту. Буду. Большой не буду. Группа это оставит. Какой? Он в Сицилию на победе за два косаря. Просто нажимать! 5200. Просто нажимать! Руки! Вали! Галактионов. Слушай, сейчас, по-моему, удобно же. Там как-то ускорили процесс с оформлением загранника, даже если ты как бы в другом регионе зарегистрирован. Да. Я помню, у меня жена вообще в Волгоград летала загранник делать. Что-то первый раз, потом второй. Здесь уже все быстро было. Сейчас вообще там чуть ли не лафа. Я просто думаю, этим летом может сгоняй. 5050 отложить. Ну да. Да, как бы за полтос одному. Ну лучше, ну ты же с кем-то наверняка поедешь. С кем-нибудь друганом. Только один приз. Кого объявляем в качестве партнеров? Кого объявляем? Это от кого дарим приз? Хорошо, приз от Томаса? Возвращаемся к просмотру игры. У нас без изменений. Также 1-1 счет, который ни одну, ни другую команду не устраивает. Конечно, не будут снимать вратаря в пользу полевого игрока. Ну, слишком серьезный риск. Ну и на удержание счета ни Гэх, ни мы сыграть не будут. Фол Мостэнергосбыта. Давай и я прикрою. Бля! Пролов. Пролов ошибся, но дорабатывает до конца. Гэх будет отдыхать еще хер знает сколько, блядь. Тайм-аут берет Мостэнергосбыт.
Последние 40 секунд чистого игрового времени нужно доиграть командам, и услышим свисток. Ближе, ближе! Новоселов. Фролов снова чуть не ошибся. Все, Давид, опусти. Хорош, ты хорош. Возьми. Все, остается ввести мяч и услышим свисток 1-1. Настоящему боевая ничья.